Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас из отеля Numa Bay Exclusive. В этом видео мы сделаем с вами самый максимально полный обзор данного отеля. Это ресепшн нашего отеля, лобби. Отель состоит из двух корпусов. Каждый корпус имеет 7 этажей. Вот. В этом направлении у нас первый корпус. И вот в том направлении у нас второй корпус. Сегодня 30 августа, День Победы Турции в войне. Вот такой вот здесь сделали. Столик, можно подойти, почитать на русском языке вот. Информация. Здесь также имеются рестораны. Joy's Grill. Также здесь можно посидеть в лобби. И есть у нас тут такой небольшой ресторанчик, кафешка. Можно отдохнуть. Вот тут также выйдем на улицу, я покажу, что тут есть. Территория отеля не очень большая, но и совсем маленькая. В принципе, в этом и есть плюс, чтобы не надо ходить долго, все в шаговой доступности, очень близко друг к другу. Вот это вот корпус номер один, а вот корпус номер два. Тут снизу рестораны. По этой лестнице мы спустились вниз, и вот тут уже у нас начинается все самое интересное. Вот здесь у нас гриль корнер. Вот выход из главного ресторана, где у нас проходят завтраки, обеды, ужины. Кстати, чуть позже я покажу все, чем нас кормили. Сразу могу сказать, что едой мы очень довольны. Сейчас у нас после обеденное время. Время сейчас у нас половина четвертого почти дня. Вот тут имеются такие вот у нас магазины, где можно купить все самое необходимое для пляжного отдыха. Очки, кремы для загара, всякие пляжный инвентарь, мороженое даже есть. Даже мороженое, в принципе, оно бесплатное на территории, но есть и платное, которое вот типа вот таких. Это платный, 1,5 евро стоит. Салоны красоты имеются на территории. Люди отдыхают. Это главный бассейн. Можно поиграть в пинг-понг. Вот такие вот портреты можно заказать. Стоимость портрета 30 евро. Художник делает копию с фотографии. Вот тут на территории такая вот детская площадка. Здесь можно такую беседочку взять.
Но, по-моему, это платное удовольствие. Очень много на территории санузлов. Так вот, здесь 10 уголок. Вот внутри отеля у нас такие магазины с подарками. Есть спортзал. Плюс 16. Есть спа-центр. Это лифты первый корпус. И там дальше лифты на второй корпус. Корпус практически одинаковые все. В одинаковом стиле. Разные номера. Картошка можно посидеть. Курилка. Можно выйти покурить. Чтобы не курить в помещении. Магазин сумок знаменитых брендов. Не знаю, правда, это оригинальные или копии. Если знаете, напишите в комментариях, кто был уже в этом отеле, может кто-то приобрел что-то. Здесь ресторан Workhouse. Он сейчас не работает. Это вот ресторан главный, то есть сейчас идет подготовка к ужину. Ресторан закрыт. Здесь еще одна курилка. Тут санузел. Дальше у нас идут, по-моему, meeting rooms. Да, то есть комнаты для переговоров, да, ну, для заседания. Здесь у нас закрытый какой-то, в общем. Что-то здесь было, наверное, магазин, но сейчас он не работает, закрыт. Здесь у нас медпункт. Здесь постоянно дежурит, по-моему, медсестра. Ну, вот так вот. Тут еще лифты. Такой вот митинг-рум покажу вам. Вот такие вот у нас здесь лифты. Полностью прозрачные полностью. Здесь у нас зеркало. Привет, это я. Живем на втором этаже. Что, друзья, давайте я сейчас вам покажу наш номер. Это обычный стандартный номер. Открывается с картой. Так, ставим карту, как обычно, в слот, чтобы включилось электричество. Здесь у нас все по-домашнему. Извините за небольшой беспорядок. Обувь, так, все здесь. Я сейчас вам все буду здесь показывать. Значит, ну, как обычно, схема корпуса. Здесь у нас есть крайний номер. Вот наш номер 1925. Он, с него открывается очень хороший вид. Балкон, сейчас мы посмотрим вместе с вами. Так, начнем с санузла. Вот наш такой санузел, есть фен, вот такие вот принадлежности были. Были еще у нас два кондиционера, добавилось, но мы их использовали. Здесь вот такие вот ватные палочки, еще тут что-то,
Вот такие вот. Ну, самый минимальный набор. Зубных щеток, зубной пасты не было. Все наше свое, подвергозное. Было вот такое вот, в таком, какая мыльница, да? Здесь даже телефон. Камешки дети собрали, по-моему, на побережье принесли. Да, полотенце для ног, полотенце для лица, полотенце большие для тела. Такой вот здесь душ, душ хороший, вода хорошая, горячая. Есть вот тут также шампунь, гель для душа, но я использую свой, я нашел бы шампунь для волос. А вот этот вот самый, как сказать, кондиционер для волос, мочалка моя. Так, что еще? А, если вам нужны будут халаты, халаты надо дополнительно просить на ресепшн, чтобы, как говорится, вам принесли, потому что по умолчанию в номерах халатов нет. Есть вот такой вот гардероб. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас сейф. Где можно держать свои, водичку тут положил. Да, свои ценные вещи, когда вы уходите. Он электронный, нажимаете, выбираете любой пароль, потом нажимаете зеленую кнопку, запоминаете, также потом вводите тот же самый пароль и открываете его. Здесь прейскурант для услуги. Давайте посмотрим, чтобы вы знали, что сколько стоит. Если я вот так вот сниму, я думаю, вам будет видно, да? Это услуги на химчистку, на стирку, на глажку. Такие вот цены здесь. Дополнительно они не входят в стоимость, то есть за это оплачивается отдельно. Так, также здесь у нас что-то, губочка, губка для волос, да? Да, ой, для волос говорю, губка для обуви. Ну, чтобы, если у вас там лакированная обувь, можно почистить, смазать. Мы входим в шлепанцах лета, она нам не нужна. Так, что у нас тут? А, ну, у нас тут шкаф для верхней одежды, ничего интересного. Тут у нас чайник, водичка, кофе, чай, как обычно, стандартный набор. Все это бесплатно, входит в стоимость, обновляется ежедневно, когда убирают, как говорится, этот номер. Здесь также мини-бар, вода, кола, фанта, спрайт, все входит в стоимость, все без ограничений, можно пить, все это обновляется. Тут такая вот ниша для чемоданов, мы ее все используем для вещей, шкафчики, обычный телевизор. На телевизоре есть несколько каналов, российские есть, но в основном европейские. Вот. Вот такие каналы можете посмотреть. Сейчас я медленно проведу. Можете поставить на паузу, посмотреть, есть ли ваши любимые каналы в списке. Так, потом. Секундочку. Так, так, так. Что тут? Так, вот расписание, да? Мороженое с 14.00 до 16.00. Везде вафли с 14.00 до 16.00. Паста и чай саты. Ну, это с 15 до 18.30. Потом с 12 до 16 написано «Дёзлеме». Ахшам еме, вечернее, да, это ужин. С 19.00 до 21.00. Потом а-ля карт тоже с 19 до 21. Везде. Это Walkhouse, а ты этот ресторан. И Joyce Grill тоже. Также ресторан платный. Потом а-ля карт тоже. Тоже с 19 до 21. Есть Али, Alibaba and для карты. Тоже внизу, около побережья. Я вам покажу. Я покажу вам это место отдельно. И DJI Buffet, это вечерний буфет, он работает с 20.30 до 2 часов ночи. Вот так вот. Есть рабочее место, мой компьютер, самое необходимое для калькулятора, привез по работе, нужно было зеркало, чемодан. Вот наши кровати, детские питомцы, и Марьяшкина кошка, и Милькина собачка. Кровать родительская, была кровать
одна дополнительная. Мы попросили еще одну, так как нас четверо, принесли. В общем, у нас вот такое вот длинное спальное место. Убрали одну прикроватную тумбочку и принесли вот эту вот дополнительную кровать. Что могу сказать о, значит, матрасах, о подушках? Шикарно, супер. То есть я был во многих отелях, вы видите у меня на канале очень много обзоров на отели всякие. Да, и здесь очень комфортно. То есть матрасы, подушки, одеяло, все чисто, все идеально, все супер. То есть у меня нареканий нет. По крайней мере, у нас. То есть мы спим комфортно, просыпаемся бодро. Отлично. Так, давайте выйдем на веранду, посмотрим вид на море. Вот такой вот вид у нас открывается с балкона. Мы живем на втором этаже. Это первый корпус, это вот перед нами второй корпус. Вот этот вот главный бассейн здесь вот виден. Потом там кусочек детского бассейна. И там побережье моря, футбольная площадка, рестораны. Соседние номера. Вот такой вот у нас столик есть. У нас мы сушим здесь наши пляжные, в общем, купальники, плавки, одеяло, полотенца. В общем, вот такая сушилка тоже есть. Большой у нас балкон. Не знаю, что на нем делать. Вот такой вот огромный, видите. Огромный шикарный балкон. Жаль, нет лежанок. Можно было бы, если бы были бы лежанки, можно было бы, как говорится, и полежать, отдохнуть. Вот так вот, такой вот номер. Кондиционер хорошо работает, Siemens. Вот пультик у него. Так, друзья, давайте я вам покажу еще один вид номеров в отеле Numabai Exclusive. Это двухкомнатный номер, входная дверь. Есть такой вот небольшой коридорчик. Здесь у нас направо санузел. Он из без двери, со шторкой. Входим. Прямо у нас здесь душевая. Вот такая вот душевая у нас. Большой душ, ручной душ, шампунь, все как надо. Там у нас полотенце. Здесь у нас санузел, такой вот зеркало, фен, также принадлежности, как в нашем номере, все одинаково. Полотенце для лица. Здесь у нас гардероб, также имеется сейф. Гардероб закрывается. Таким вот образом, зеркальный. Мини-бар, также такой же, как и у нас. Здесь такой открытый гардероб, диванчик, односпальная кровать, кресло, рабочее место, телевизор. А тут у нас, значит, двуспальная кровать, также прикроватные тумбочки есть, журнальные столики, кресло, журнальный столик на колесиках. Тут у нас такая вот книжная полочка, и здесь у нас телевизор. Так, и здесь у нас также открытый гардероб, зеркало и все, как говорится, необходимое. Давайте выйдем на балкон, на террасу, я вам покажу. Кстати, на террасу можно выйти как и с обоих комнат. Так, все у нас отсюда, да? Нет, с той стороны. Так, вот отсюда. Так, большая терраса, имеется столик. Две лежанки. Тут у нас видно горы. Видите, парковка. А там вот вдалеке горы. Да, и вот такой вот мир, вид. Вид на море боковой. Отсюда вот видно хорошо. Значит, здесь наш отель. И также внизу под нами терраса ресторанов. И вот тут у нас бассейны, да, если я не ошибаюсь, это внутренние бассейны, скорее всего. Вот так вот бассейны индивидуальные, возможно, что с непосредственным выходом из номеров.
Вот, друзья, мы вернулись с прогулки и обнаружили вот такой вот красивое произведение искусства уборки номеров. Вот такую вот нам уборку сделали здесь. Сервис на уровне фантастики. Игрушки тоже разложили детские. Вот так вот. Так что мы очень довольны сервисом и вообще обслуживанием в отеле. 10 из 10. Вот здесь на территории очень много вот таких вот душевых. Смыть себя воду с бассейна, полоснуться и пойти в номер. Также очень много находит вот Сейчас девушка будет танцевать на этой доске. Постарается в определенное время не упасть. Не получилось. Это второй бассейн. Если люди с детьми, если вот в бассейне такой вот спуск есть плавный, и потом начинается стандартная глубина, по-моему, 1 метр 40. Вот Марьяшка купается. И такой бассейн плавно идет на глубину. Но если у детей на руках, то ничего страшного нет. Максимальная глубина 1 метр 40 сантиметров. А и там вот такой вот водопад искусственный. И вот еще есть вот такие большие горки. Сейчас мы пойдем посмотрим на них. Там отдельный бассейн. Привет! Вот такие вот тут горки. Три горки, скоростные. Зеленые. Сейчас мы будем видеть Марьям с Эмили. Будут спускаться. А вот Марьям. А вот Эмилия. А это вот детская горка. Включите сейчас. Она расположена в бассейне глубиной 40 сантиметров. Моря. Пойдем на море сейчас. Вот такое вот тут побережье. Пляж. Песочек, но в воде имеются скалы, камни, так что, в общем, имейте в виду. Вода прозрачная, хорошая. Тут, по-моему, есть впереди пирс. Лежанок достаточно. Большое количество. Можно легко найти свободную. Здесь вот такой вот искусственный волнорез, чтобы в ветреную погоду здесь не было волн.
вода прозрачная, даже дно видно, да? Здесь. Ну, здесь скалы. Там уже глубже. И так есть ограждение, чтобы не заплывали все далеко, глубоко. Вот такой вот здесь пляж. Вот тут указывается, что глубина здесь спирса 1,5 метра, запрещается нырять. Так, друзья, при выходе из первого корпуса мы сразу выходим на площадку бассейна плюс 16. Я близко не буду снимать, потому что люди купаются, чтобы не тревожить их. Глубина также 1,40 м, небольшой бассейн, то есть только для взрослых. Такой прямоугольный бассейн. И лежанки. А вот это вот внутренний бассейн, который находится непосредственно в здании отеля. Глубина 1,40 м, стандартная. И здесь вот такой вот неглубокий. Наверное, детский, да? Лежанки есть, стеклянный потолок. Здесь ресторан, который работает днем без остановки. Когда не работает главный ресторан, можно прийти сюда и перекусить. Здесь еда, снеки всякие, напитки, напитки бесплатные, пиво, вино, кока-кола, фанта, спрайт, само собой. Вот так вот, вот так вот есть кормят. Курочка а-ля KFC. Картошка фри. Все это бесплатно, все входит в стоимость. Можно взять вафли, вот там вот женщина готовит. Здесь мороженое бесплатное. Можно взять сколько хочешь. Здесь у нас водичка бесплатная. Айран, турецкий молочный напиток. Но у нас в Азербайджане тоже. Айран является национальным напитком. Чай, кофе, машина стоит, соки. Ну, здесь уже соки закончились, добавляют. Апельсиновый, яблочный, обычная вода. И вишневый. Вот такие вот вафли мне сделали по моему спецзаказу. И стаканчик чая.